технический ролл. И пусть как хотят, так записывают. Так, ну что ж, я теперь снова в эфире. И у нас игра под названием City Connection. Ну, погнали. Ой, да я с черок пил. Так, что тут делать? Ой. А чё непонятно? Ездить, уворачиваться от машин. Да, на полицию не наезжать. Чревато. Ни на котов, ни на полицию, ни на какие препятствия не наезжать. Только вперед. Только? Да. Нет, можешь, по-моему, разворачиваться. И вверх, вниз. Не можешь. Ага, блоки заполнять. Ладно. Да, ты должен все блоки заполнить. А, тут еще разворачиваться можно. Я не говорю, может. Можно? Никогда не думал об этом. Я не играл. В общем, надо зарисовать всю карту. Понятно. Не, это я тоже в нее играл в детстве, но никогда не пробовал разворачиваться. Ты зачем котейку сбил? Ирод. Я случайно. Не хотел. Каюсь. Сколько уровней, я тут не помню точно, но... Ну, давай проверим. А дашек-то никто не менял, да? Ай-ё. Неправда. Ну, я сейчас, ладно, сейчас поменяю. Да он со времен этого бейсбола дашек стоит. Какого? Ой, эти времена так давно были. Ой, опять как-то только сбил. Что буквально, да? Ты зачем котейку бедного? Не хотел! Не хотел. Бедный котик. Знаю, как ты не хотел. Да ты хотел. А, вот как подняться выше-то. Ё-моё. Да ё-моё. Ладно. Все, теперь нормальный человеческий даже, блин, они не так не было. Нормальная человеческая игра. Ну, по сравнению с бейсболом. Да, вот это повеселее, хоть как-то. Слово, знаешь, что это мне напоминает? Чуракью. Ну да, это. Мне лично, да, чуть катание. Помнишь, MSX? Совершенно верно. Я как только его запустил, сразу сказал, что это Чуракью. Конечно. Я и Чурак Кир с ней ассоциировал. Да блин, Ромарио. Я стараюсь запрыгнуть. Пойдешь уже. Ну, в принципе, Чурак Кир такая же проблема была. Теперь вот это побить. Подбор. Вот, наконец-то, молодец. Шарик. Шарики. Шарик. Ты как и я был на цепи, да? Ой, опять кота сбил. Да что же я за человек такой? Ты, блин, не человек. Бедные коты. Пошёл, бедных котеек. Да блин, ну пижама. На турму пускаешь. Пижама. Что пижама? Что пижама? Перебиваешь бедного человека. Да, я тебе просто напоминаю. Ты же играл в Хэппену? Да, ты же в своём мне, да? Да, я играл. Да, музыка-то там. Хочу заметить, что какого-то черта он на фоне Нью-Йорка ездит, башни-близнецы все еще целы. Ну, а почему нет? Почему они не должны? Я не говорил, что они не должны быть целы, просто напоминаю. Что, надо бы снести? Нет, еще рановато. Это пафосное лицо, которое соединил город. Лондон. Ну, типа, понятно, пока города не начнут повторяться. Ага. Окей. А вот сейчас я точно не хотел кота сбивать. А значит, в прошлый раз хотел, да? Ну все, хана тебе, Ромарио. Я доберусь до шеи. Вообще, у меня все-таки вопрос. У нас же все-таки в расписании сейчас стоит другой человек. А, нет. Другой человек молчит. Нет, да, стоит. Ай, другой человек, ты где? Он просто, да, он у нас тоже любитель не прийти на собственный стрим. Ну, пока его нету. Пожалуйста. Чё? А, зачем?
Ну... У меня нет водительских прав, чего уж там. У меня здесь это просто... У меня нет тоже водительских прав, но я-то в GTA вожу лучше. Я даже по правилам езжу. Мне в Нитфорспид я крутые повороты вытворяю. Нитфорспид это Нитфорспид. А GTA это GTA. Класс, офигеть. Сыр это сыр, колбаса колбаса, хлеб это хлеб, а вместе бутерброд. Во-во. Ну, по крайней мере, по крайней мере. Вот зачем ты кошку сбил, а? Ты видел, где? Да не хотел. Я видел, где. С таким довольным я не хотел. Я не хотел. А то сама захотел. Типичный злодейский. Зай, я убил один. Вот прям вот реально. Я злой такой после бейсбола. Просто, вот и все. Злой он после бейсбола. Кошка на дороге, на! Вон Датен говорит, ну вы вообще, я на бригейме гоняю так, что вообще... Лалки. Ой, я наступал в эту каку. Я знаю, что это... Ой, во-во, чуть не сбил, ой-ё. Да. Я видел некоторое дерьмо. Не отрейролишь. Ромарио, Ромарио, а чё ж тебе такое попадается, а? Да нормальная игра выпала, чё? Нормальная игра, чё, е-мое, да. Хорошая игрушка. У меня она даже на этом... Короче, я скачал её в ромах на мобильнике, вот, играл. Да, есть такое дело. Я не хотел. Не, Ромарио эту игру затащит. Да чё её тащить-то, она легкая. Ну, она... да. Ромарио, представь, что это Army Moves. Угу. Ладно. Её великолепными прыжками. А я прошёл Army Moves. А ты прошёл Army Moves. Без моего ведома опять. Ха-ха-ха. И чё? Его я пройду без тебя. Уйди, так ты взорвался, мне интересно. И Егор без тебя пройду, да? Это вообще, по-моему, как-то стоит не отвернуться, ты начинаешь проходить челлендж. Как сказали на трансляции твоих этих гонок на 64. Реально. Да. Такое ощущение, что я тебя подстегнул. Я такой сижу, ага, на бафу. Ох, чего утворяю, ой, чего утворяю. Ай! Баночки не трать. Не хотел я. Ассайзер. О, вот перепрыгнул кота все-таки. Да, я тут. А, ты тут. Так, котяка, я не хочу тебя больше давить. Что вы можете мне сказать? Уйди по-хорошему, уйди. Ничего. Хорошо. Один квадратик остался, что ты? Я последний квадратик, предпоследний квадратик остался. А, последний вижу. Последний? Ё-моё, я думал последний. Не Монт понял, откуда взяли идею так фильма «Такси». Ну... Это больше похоже на Volkswagen Жук. Или Мини Купер. Ну на Жук. Но никак не на Пежо. Ну как сказать, вот это красное похоже на Пежо. Да, кот, почему ты стоишь у меня под колеса, а? Потому что он хочет суицида. Смотрите, у этого кота аж целых два цвета. Целых два. Да. Еще Спектрум мог на объект только один цвет выделять, по-моему. И то в квадрате 8 на 8. И то в квадрате 8 на 8. В смысле подката? Если это я... твоя машина кидает. Если бы кота, машина была бы под кота, ну под котом, то этот кот бы наверняка успел бы нассать.
тебе виднее. Что-то я сейчас не... Забей. Вот что ты не выстрелил, а? Патроны закончились. У меня патронов не было. У тебя 5 банок было. Значит, не нажался. У тебя есть банки. Тащи на банки. Тащи на банках. Давай, проходи и на СНЕС давай. Прям силу. Прям сейчас. Да, давай. И мои. Вот да я! Эй, на машинке даже спойлер есть, гонщик. Это писец, блин. Не, Ромарио так быстро эту игру не пройдет. Но пройдет. Но не быстро. Не, пройдет. За месяц. Ну, не за месяц. За... Стрима 2 осилит. NFS. Не, это на GTA точно не похоже. Да ладно, за один стрим можно пройти. Эй, ты знаешь, это начало Crazy Taxi. Сразу. Причем второй. Офигенно. А Котяра, первый не надо прыгать. Так. Первый прыгать нельзя было произвольно. Опа, шипы. Или что это? Ух ты, шип. Ну это пока как минимум надо объезжать. Перепрыгивать. You shall no pass. Или как там говорят этот слов? You shall not pass. Где мой посох? Где мой меч, да? Где твой... Где Данте? Где тот демон на колеснице? Демон на колеснице может только один раз в день. Ох, как. Никто не оценил. Ай, еп! Панский городовой, ты меня так не пугай. Я сам чуть не обосрался. И это Кармагеддон. Не, на Кармагеддон не похоже. Не. Да со стримом! Ничего со стримом, нормально. Нормально все со стримом. Тебя что-то со стримом. А, все нормально. Все нормально. Мы живые, мы все еще живые. С днем рождения меня, Жар. Серьезно? Поздравляем, если чё. Чё, прям серьезно день рождения? Поздравляем! Поздравляем! Жар, праздничный стрим давай. Давай. Прям сейчас, да. На 24 часа. Дык полночь, так я же не в курсе, в какого числа ты родился, я поэтому и это... Всем привет. 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 Это кто? О, Жар, с днем рождения. А, Барматунчик. Барматунчик. Какие люди? Нет, тогда Жара, конечно, с днем рождения. Сколько ему уже? 34? Старый. PlayStation 3. Во! Ватка. Эх, жаль у меня слинка. Но не новая слимка. Да, дату не знаю, возраст запомнил. Просто тут когда-то на УГЦ спрашивали, какой средний возраст. Ну вот я и выяснил, что Грею 30, тебе 33. Метод дедукции? Нет, мне сообщили прямым текстом. Мне аж 22. Так, как бы мне наверх подняться бы поаккуратнее. Молодой я еще. Аккуратно. Не задевая котеек. И верхних платформ, которые мешаются. Я не знаю, чё Жару пожелать? Чтобы... Чтобы его худой двойник его не придушил, наверное. Не, чтобы его шапка не направила на плохие мысли. Чтобы штаны не рвались. Да, вот это вот, хорошо. Пукан не горел. Короче, платин побольше на PS нужно ему. Тогда уж хороших игр. Дай бог больше, уже мы так 30
Сколько? Удачного ему завершения челленджа. Да завершит он его. Даже если он этого не захочет, он его все равно завершит. Да, с днем рождения, Жар. Я бы тебе пожелал, в отличие от всех, побольше заниматься тем, чем хочется, и поменьше тем, чем требуется. Тоже неплохое поздравление. Да. А еще можно поздравить тебя там счастье, здоровье. Не, ну счастье, здоровье это автоматически включается в любое поздравление. Да, поэтому я предпочитаю сидеть и думать, что конкретно человеку надо. Да. Чтоб PlayStation 4 и игры на нее стали дешевле в несколько раз. А у него нет PlayStation 4. А, есть. У него нет PlayStation 4. Он же виртуальный пинус рисовал, точно. Да. Ну, ты что? Я даже пытался с ним в GTA 5 онлайн поиграть, но что там, меня не пускало тогда. Не получилось. У тебя тоже есть Pinus 4. Да, давно уже. Я вот хорошо, хочу, один чувак запомнил, то, что у меня 4 февраля, у Жара 8, у него 12 день рождения. А это Дэн запомнил. У меня 20. А? Это Дэн запомнил, у него тоже скоро. Ну, отлично. Тем временем мы в Париже. Я сначала хотел спросить, это типа игра по Шерлоку Холмсу, что ли? Ух ты, Париж! Там Биг Бен сидела. Смотри-ка, Лондон в прошлом остался. Да, Лондон в прошлом. О, триумфальная арка. Да. Я говорю, Париж. Париж, ну давай, Эйфелева башня, блин, была. Какая? О чем разговоры? Триумфальная арка много где есть, она и в Москве есть. Да, знаю. Да, она и в Лондоне есть. Она и в Риме есть. Ее где только нету. А вот Эйфелева башня, она одна такая. Ну как, есть Токийская башня, которая почти точно такая же. Есть Шуховская башня, которая тоже почти такая же. Ну, немножко менее почти, но такая же. Плагиатор. Я ж притормозил, какого хрена? Котик! Вот какого хрена? Скрытый котик. Скрытый котик. Скрытый котик. Стелс. Стелс-коты. Инди-коты. Кот Дамфишер. Сплинтер-кот. Ворон, кстати, тебя давно не было, тебе надо бы это... Надо бы тебя... Не, кстати, я, по-моему, уже добавлял тебя и в Google Диск, и в Google Календарь, как это, как редактора. Да-да-да, добавлял. Вот, у нас теперь там идут эти все записи и все прочее. Вот, да, где я помню. Поэтому, если что... С днем рождения тебе. Ты перепрыгивает. Вот ниндзя-коты. Не решился. О, Дэн, ты любишь. Ё-моё, ну что ж ты будешь делать-то? Чё за жопа произошла, что Дэн перелогинился? Забанил. Не знаю. Ой, да, забанили по ходу дела. За предыдущее сообщение. Да ладно, за слово... Да, за слово. В смысле хвалиться своим пинусом? СК2 не сяни. Да, что это? Только там модераторы странные люди. Они. Ты вот. Ты можешь 8 этажей все обложить. Ничего. Ой, размер пинусов по СН-то уровень, что ли, какой он? Да. Да. А, господи, ща, надо посмотреть, я не помню. Добавь, я помню, что у меня там 4 платины и все. Банза не стала. У меня теперь тоже 4 платины. О, поздравляю. А у меня ни одной платины на 50 этап. Вот как так может быть? У тебя ни одной платины, нет платины на 10. У меня ни одной платины, но на 10 этап на PSN. А, 10 уровень там или как-то так. А, так бывает. У меня 4. Тут я вообще игр нет. Просто видел, у меня 1000 игр. Так на PSN нету игр, там кинцо. Да. Почему же нету? Есть, но мало. У вас еще круче, да, у него 12, у него 12 уровень, ни одной платины. А, так, поэтому у меня уровень, блин, что-то тут неправильно какой-то показывается уровень. Почему? На самом деле, наверное, вот. Должен... Вот, да, у меня 12 уровень. 12 уровень, круто. Эй, какой-то да. Маленький виртуальный, почему? Какой я маленький, да? Как я медленно расту.
плевать раз, надо. Что, такая пьянка про PSN, ну и, во-первых, жарят от меня тоже всего самого. Вот. И про PSN меня каким-то образом нашел Илларион. Он не каким-то образом тебя нашел. Да, тебя спалили просто на... Это я... Догадайся, кто тебя спалил? Да, и Ромарио, наверное, тоже спалил. Ага. Всех спалил. Всех, кто у него был. Илларион ко мне тоже добавился. Ко мне он ко всем добавился. Только зачем? Вообще кучу народу понализал, он добавился. Я все Наруто Ultimate Ninja Storm 2 не добью на платину, там одна ачивка осталась, но эта ачивка получается, как будто ты еще штук 50 ачивок, короче, дрочишь. Бывает. Там титулы нужно все получить, и типа по 30 раз сыграть за этого персонажа, за этого, там выполнить такой-то прием, там и так далее. Там приемы выполняются, блин, одинаково везде. Да я знаю, но я к тому, что это, там, нужно вообще за каждого персонажа по 30 раз сыграть, это маразм, по мне. Нужно за это ачивки давать отдельно. Это для сетевой игры сделано. А и вот в сетевой игре там было нужно было 50 битв выиграть в ранковом этом турнире, и я сделал это. Я замутил этот титул себе. 500, да. И 30 или 50 часов в онлайне провести, вот это вот дело. 24. Ну не в онлайне там провести нужно было, а просто типа только в игру поиграть 24 часа. Дэн, что я знаю, то что-то я не понял. Вот, а так, про, так у меня месте по трофейкам. Про Ultimate это самое, непонятно. Да, Ultimate. Наруто, да. Ultimate Storm. Первую Storm. Часть на платину затащить. А не первую, Generations я имею. Так, а мне через что регистрироваться? Ultimate Storm 3 Full Burst. Full Burst Ultra Hyper Edition HD 4K. Ага. Нет, все-таки совершенное название вот Dead Rising 3. Дополнение Dead Rising 3 сделали. Так, а мне через... На, зарегистрироваться тут нужно еще, блин. Ну окей, еще. Register now. Да, забыл добавить Generations. Да, у меня все они валяются на PS3. Вон там. Причем я помню, когда Generations покупал, пришел в магазин, смотрю, обычная коробка стоит 3200, грубо говоря, там 399. Это смотрю, а рядом типа это, в кавычках, коллекционное издание, там просто это, карточки в комплекте идут, и какое-то поле для игры вот с этими картами, она стоила 3300. Я подумал, да ну блин, 100 рублей еще, надо брать. Да, нормально. Да, вообще. Ну я вот сегодня Nintendo 64 видели, все получил. Ой, здорово. Вот. Когда идешь до N64, все же будешь с нее стримить. Да, да, говорю, у меня тут и Dreamcast валяется, и SNES-ка там, это и NES-ка, и до хрена всего, но, блин, у меня же игр нету для... Если... Тем более, видя, как я постоянно откатываюсь, это хреновая коллекция, себе такую замучаю и разорюсь. Будешь первым человеком, который пройдется на железе. У него есть все. Девлин, ты тут? Да. Нет. Да, я тут. Как Барматучик будет проходить, Neo Geo упадет в какой-нибудь зал с видеокамерой и будет играть там. Так Neo Geo же консоль есть, в отличие от CPS. Ну да. Ну вот, Девлин. Я просто подумал, это вот добавился тебе Илларион, и ты, наверное, удивлен, что это Илларион, а не какой-то очередной гейнигер. Ну, в PSN у меня пока такого не было, чтобы добавлялись нигер-геи. Да и ВКонтакте вроде все поуспокоилось. Да? Это пока не было. Пишут только такие, знаешь, сучки для наивных пацанов, типа, ой, я новенькая, тут расскажи о себе. Какие-нибудь иностранки, американки, англичанки, китайки. Ты сразу говори, у меня хуй 20 сантиметров. Я женат. У меня коллекция консолей, да? У меня коллекция консолей, но я тебе ее не покажу. Нормально, это я, короче, пытаюсь зарегистрироваться, мне сразу выдали. Администрация забанила твой email адрес. А я пароль не помню. Ну ты же Барматучик.
Да, меня везде банить надо. Шугиба. Да. Шугиба. Изоляция это называется. Изоляция от виртуальных таких, блин. От виртуального общества, блин. Хорошо, давай. Что, виртуальная тюрьма, что ли? Угу. Колония поселения. Перестань давить котов, Ромарио. У нас, блин, 2 колония поселения в интернете, туда не ходи. Ромарио, у тебя есть домашние животные? Есть. Кто? Кот. И кот, 2 собаки, попугай, вот аквариум. Нет, 2 попугая. Аквариум и улитки. Ты вот своего кота задави, сука, а этих не трожь. Главное, Ромарио, ты сказал аквариум, это же домашнее животное. У меня тоже есть аквариум. Это домашнее животное, если. Ну да. Его чистить надо. Я бы хотел посмотреть на такое животное. Нет, есть Ромарио. Это тогда всякий пожарный. Есть аквариум. Так у него нет воды, и рыбок там тоже нет. Если ты играл в видеоигру с 9... А, все, понятно, это математическая задача, господи. Математическая задача, проверка на вшивость. Да, проверка на то, школьник ты или нет. Бот ты или нет? Я не бот. Все. А что за задача-то? Задача, типа, если ты играл в игру с 9 вечера до 4 утра, сколько часов ты играл? 7. Серьезно? Нет. С 9, там с 9 утра до 4 вечера у меня была задача. Если вы играли со скольки еще раз? С 9 утра до 4 вечера. Если вы играли с 9 утра до 4 вечера, то вы не Грейхакс. Так, ой, я вошел. Так, отлично. И где мне тут посмотреть, какой я там... По, на мне, каком я месте по профилям этим, блин? Какой у меня пинус-то? Да, какой у меня пинус-пипинус? Пинус-пинус-пинус. Я знаю, вот этой игры есть уже? Наверное, это... Я, ну, может, где-то в мануале и написан. Нет, он вроде есть, насколько я помню. Там на икон. Я вошел. А куда я вошел? Копирайт, Дрейк. Это из какой части цитаты, я не помню. Не знаю. На острове стоит статуя, а у статуи нету глаз. Ты никого не обманешь этим баяном. Ну хорошо, другой баян. Гром гремит, кусты трясутся. Что там делают? Медведь малину собирает. Сосутся. Не порти мой рассказ. Там работает спецназ. Так тоже можно, я такого не слышал. Причем не просто спецназ, а румынский спецназ. Ну. Блин, да где мне тут на этом сайте ps3trophies.com посмотреть свой рейтинг? Стоит статуя в лучах заказа, совсем без боя в руке лопат. Совсем зашел, но PS не могу, не помню. Стоит статуя в лучах заката, совсем без боя в руке лопата, да. Welcome to PS3 Trophies. Ну, спасибо. Кому не спится в ночь глухую? Собаки здорово. Да, доктор, кто? Кому не спится в ночь глухую? Уже 0:25. Уже воскресенье. Ура! Ребя! Да, ночной загон. Понеслась. А, мне сейчас... Блин. Блин, мне что, придется PS3 врубать, ну, а идти, как, чтобы как все это сделать? PS4 врубить. Не, тут написано либо PS3, либо PS Vita. Я слушаю инструкции. Нифига себе, ты там над котами летаешь. Подпрыгнул, да еще и как? Подпрыгнул, да еще и завернул. А Vita нету?
У тебя Vita нету? Не, у меня Vita нету. Бас говорит, что ESP есть. Бас говорит, что удобно добавлять в PSN друзей. А играть, наверное, неудобно. Ну, PS, кстати, на PS Vita можно же играть это в PS4, когда ее подключаешь к ней. Там прям на экранчике. Это прям как с Wii U? Ну да. Ну, ну там же на PS Vita-то это сенсорный экран. Ну понятно. Можно так сказать, он заменяет эту сенсорную панельку на джойстике. Понятно. Ну да, и вот насчет, если что, этих триггеров, это там, ну, шифты вот эти, короче, их там 4 же на геймпаде, DualShock 4, ну, да. А на Vita их 2. А, короче, это все заменяется тем, что нужно по бокам экрана это переднего это нажимать. Разогнаете 2 шифта? Ну, да. На PS Vita 2 шифта, на PS4, на DualShock 4. Ну, да, L1, L1. Бас, да, R2 там. Прямо триггер на Vita, как удобные игры. Чем вас? Как эту игру пройти? Тут уровни кончаются или что? Да хрен знает. Если будут повторяться города, значит, прошу, пройдено. Вот уж где надо, да, вот надо было там задние панели использовать, действительно. Но мне понравилось там, я просто своему соседу, короче, он купил PS4 через меня, привез ему, ну, это, с Destiny бандл там вот этот. И в Destiny на PS Vita было здорово играть, потому что там разрешение 720 выдается, правда, не 1080. Но на таком маленьком экране это выглядит просто сказочно, естественно. Ты считай, купил себе PS Vita, значит, получил PlayStation 4 в подарок, да? Да не, нифига, PS4 же нужно к ней. Было бы неплохо. Ну это да. Borderlands докачался. Нет, купил Mercedes, получил бейсболку в подарок. Вот это вот. Может наоборот, купил бейсболку, получил Mercedes в подарок. Это знаешь, есть анекдот такой, где это мужик, короче, богатый своему другу звонит, такой, слушай, все, поехали, срочно приезжай ко мне. Такой, ну ладно, такой приезжает к нему, они едут вон в Ламборгини. Это говорит, так, давайте вот Ламборгини Диабло, короче, две желтые. Это его друг такой, нахрена две желтые? Ну ты же мне вчера кофе угощал. Всем таких друзей его. Слушай, Ромарио, у меня для тебя две новости. Хорошая и такая. И хуёвая, да? Да нет, я бы не сказал. Скорее, очевидная. Хорошая новость. Но в принципе тебе надо пройти только 6 уровней. Это хорошая новость. А новость очевидная в том, что ты даже третий не тащишь. Эй, ничего. И ничего. Очевидно, что эти 6 уровней, да, и надо пройти потом заново. Да, там потом опять Нью-Йорк начинается. Да. Прикольно. Ну ладно. Оказывается, платина на Kingdom Hearts Chain of Memories считается very hard. Ну, да. Да ты у нас хардкорщик. Так же, как и на простой very hard. Я посмотрел в PSN этот Kingdom Hearts, а его там и нету. Грей, а случай 165 дней на двоих не Very Hard? Нет, Moderate. Она только дисковая, что ли, получается, в Kingdom Hearts? Экстрим, блин. Я тащил экстрим. На 100% я имею в виду, нет, там сложность получения 100% экстрим. Серьезно? Я как-то не запарился. Грей, Kingdom Hearts, она только эта, дисковая версия, дисковая, да? Только дисковая, да. Блин, значит, надо дисковую версию искать. Эх, жалко. Да что искать? Да. По-любому она на eBay валяется где-нибудь. Ну, я на eBay как-то не очень сильно покупаю все. А что тебе на eBay? В Москве все есть. Опа. А где мы сейчас? На Озон только, если. А, да, сейчас ты поймёшь. Где мы на Озоне? Подожди, что есть в этом видеоигров? Я знаю, где мы, точнее, я догадываюсь. Или им Зон надо ехать в Дубно. Или я же говорю, на Яндекс.Маркет. Неужели это... А, ну да-да-да, что-то местность знакомая, но что-то не могу это вспомнить. Гималай. Это Шмидцельпунцин. Правильно, да, который был у Хрюкин, у тебя, у которой был. Хрюкин Шачок. Что, Швайнштайн, что ли? Да. Подожди, что? Это он.
Шван или Швайн? Швайн. Швайнштайн. Я вот что-то задумался на днях. Свинье логово. Швайнштайн. Хватит давить котов, своего задави, сука. Найди себе своего кота и дави его сам. У него дома есть кот, я для чего спрашиваю? Не, мой кот меня любит. А ты его задави, он же тоже... Не-не-не, ребята, Ной Шванштайн, а Швайн это лебедь. Шван это лебедь. Блин, как ты выговоришь? Я даже сам запутался. О, Пижан, это... Вот, пожалуйста, на видеоигры. 1191, 292 в стандартном издании. Ага. Замок Новый Лебедь Камень. Ромарио, угадай, где будет последний уровень? В Москве? Ага, 10 раз. Опять же, включи логику и подумай. В Багдаде. Было бы неплохо, но нет. Туда только на танке. В Нью-Йорке ты был? Самый первый. Че, в Японии, что ли? Почему всех людей именно Сейзер отгадал? Я сказал, что Токио сразу, что ты слышал. Я сказал Япония, я Япония. Видимо, тебя перебили, либо это опять какой-то тихий. Тихий. Токио. Да. А это чё за... Ё-моё! Как это место назвали? Это где? Девлин. Девлин, ну да. Но у меня тут вот есть... Ной Швайнштайн Кастл. Замок, что? Господи, это тот замок, который у Фоклера, что ли, тоже был на этом? А, так это тот замок, который Надя всю себе хотела. Который где-то там, в Германии как раз находится. Себе хотела? Да. Да, не дура. Там, где что-то это... Там даже что-то... Снимали, что ли, там что-то, или что-то это... У меня детский коврик... У меня коврик для мыши с таким замком был. Теперь он у меня на стенке висит. На скотче. Ну, вот сейчас было очень подло. Подло. А в воздухе нельзя развернуться? Не... Можно, но... Очень... Я не предсказал. Не предвидел, точнее, что... Прямо подо мной будет кот. Вот развернуться, кстати, вот эта фишка с разворотом в воздухе, она, конечно, совершенно изумительная. Губа закатывающую машинку Надя не хотела, а не замок. О, так она же это... Она же не серьезно хотела, просто говорила о том, что вот бы хорошо бы. Им холодно, наверное. И кто только скажет, что это нехорошо, пусть бросит мне камень, блядь. Кстати, а чё подло-то? Да. Ты не проехал всю платформу. Вот, Грей, извини, камни закончились, надо сходить на мост. На этом месте. Что, плохо? Плохо, собственно, замок имеет? Ну, знаешь, сколько налогов платить? Много. И сколько сервиса на это? И сколько сервиса, и там холодно. Ну, замок это... Нет, я не сказал жить, я сказал иметь. И чего, и... То есть даже не пользоваться и налоги платить? Да ну нафиг. Почему? Ох, как хорошо прыгнул. А чё ты, Азам? Там сейчас на экскурсиях зарабатывают, причем фотографировать внутри категорически нельзя. Да, уж ты-то уследишь со современными технологиями, кто там чё фотографирует. Нет, понятно, что всякие там пинхольчики будут фотографировать. Вот. Но на что-то маломальски приличное нет, увы, нет. Ты даже... Ты толком даже на обеспечение замка, блин, не заработаешь. Не знаю. Простыми экскурсиями. Замки холодные, и тут, блядь, очень дорого, прыгают. А вот сдавать в аренду, я даже не знаю, кто в аренду замок будет давать? Никто не будет брать замок в аренду. Только Дракула. Киностудия. По крайней мере, такой, да, только киностудия для съемок исключительно. И то они сейчас... Такой замок точно не будет. И то сейчас все на зеленом экране делают, это дешевле. Дешевле? Так, сейчас посмотрим на геймзоне. Может, что найду. Возможно. Возможно, им еще дешевле на зеленом экране. Ну им проще в красном замке. И вообще они могут это как... Вообще порно-студии нынче могут, по-моему, все на компьютере рисовать. Да. Это же порно. Я могу. Сделай для трейлер. Хотел стрим Ромарио на телевизор увести и вспомнил, что у меня компьютер не подключен к телевизору.
такая маленькая, такая мелочь, да? Ух ты, интервью, надо посмотреть тоже. Да, надо как раз тоже посмотреть, я тоже хотел сказать, что там, блин, что они там наговорили. Ой, я что-то отвлекся и сбил случайно кота опять. Ничего, вот от киномана так 100 тысяч прибавится, нормально. Чё? Да-да-да. Андрей Нефёдов брал интервью у киномана, что ли? Бас меня понял. По-моему, эта хрень находится в Сан-Франциско, я даже на Google картах находил ее. Какая? Да он баски. А, форт вот этот. Ага. Чё я отвлекаюсь на чат, блин? Плохому игроку чат мешает, давай дальше. Плохому Ромарио коты мешают. Коды. Чит коды. Дави котов после изменения. Kingdom Hearts Burst by Sleep. Это PSP-шная. PSP. Да. Мне и эта хрень проходила. Kingdom Hearts Sora, это фигурка. Фигурка, а ты где ищешь? На геймзоне. А почему геймзон? У тебя есть. У тебя там есть геймзон? У меня геймзон в Дубне рядом. А, понятно. Потому что за этим надо. За этим надо в Москву ехать. Kingdom Hearts. Я быстро на. Полтора Limited Edition. О, даже лимит. 1390 рублей. А, то есть да. Даже 1390, я даже за 490 брал. Видеоинтервью с Нефодовым и Киноманом. Он, Дэн, посмотрю, кстати, скажу, пьем ли он там про... Речь зашла об артбуках, Гендальфах сегодня уже были, и посохах, где, черт возьми, Данте. Там, блядь, артбук, я не знаю... Уважай киномана, значит, ничего. Если не фанат серии, то нафиг тебе этот артбук, непонятно. Так ты, Лорд, мне не объяснил, в чем... Да я мое, блин, аниме плюс, блин, Дисней, в чем прикол-то, я не пойму. В смысле? Ну, вот Дисней, у них смесь Дисней, вот тут персонажи как, типа... А что я должен был тебе объяснить-то? Не, ну ты что-то хотел там. Сначала истории там объяснить. Я что объяснять? Просто это... Еще начало просто... истории. Есть много миров. В некоторых мирах живут анимешные персонажи, в некоторых мирах живут персонажи. Персонажи Disney, это миры диснеевских мультиков. Ну чё такие? Немножко альтернативные. Свои, короче. Ну там, как бы... Да ё-моё, я кинул там это... Интерпретированные. Артбук. Как выглядит? Артбук? Маленький артбук размером с диск. Ну да. Собственно говоря, весь этот, как его, вся коробка для диска, это и есть артбук. Угу. Он прям в ней хранится. Ну у меня вон, на полке же стоит. Ну ты вроде как в нее играл, вроде как, да? Ну я играл не на диске, это всё-таки на образе, но диск у меня стоит на полке, вот этот с артбуком как раз. Угу. Почти, да, они почти не подвергались изменениям, кроме костюма Гуфи и Дональда, которые японцы решили добавить больше молний. Больше, сука, молний, ненужных молний. Почему молнии это круто, мне непонятно. Потому... А, пожалуйста, организация 13. Тоже все в молниях. Тоже все в молниях и цепях. Потому что сквэровский пафос. Потому что японский. Японский пафос. Нет, сквэровский конкретно. Да нет, это именно вот это вот и чисто японская мода была как-то. Жар, почему не только в там. Почему? Там же есть собственные персонажи. Все. Которые. Вот. Причем чем дальше, уже после первой части стали активно появляться собственные персонажи, которых не было ни в Final Fantasy нигде. Вот я хочу свою версию предположить, потому что молния — это плазма, а плазма она не изучена, поэтому. Да ты меня не понял. На одежде, которая застежки. А, там. Ну, вот, да, есть. Всё, наконец-то сайт отлагал, и я открыл эту, блин. Карточку свою сделал, наконец. А, меня не пускают туда. Не пускают, подожди. Так, сейчас посмотрим. Так, и которую из них нужно копировать? А, вот это. Блин, у меня там аватарка такая ещё замечательная, анимешная баба стоит. Я, кстати, тоже successfully апдейтов. И карточки все сгенерировались. Но у меня так все скромно, так все скромно. Я скинул свое. Вон там анимешная баба, видишь, это на аватарке. Алукард?
всего-то 360 трофея. Так, форматунчатый Алукард. Да, настоящий самый. Видишь, дата рождения даже 190. Есть. Это до рождения Христа еще. Ё-моё. Даже у меня на 0.3. И правда, Алукард, смотрите. И правда, Алукард. Ничего, по фотографии не видишь. Да нет, я не о том. Просто у нас тут есть Хелсинг. Да, я помню. Только что я сломал себе наушники. Зачем ты это сделал? Вот, ну вот зачем? Не ломай, не надо. Осталось мало. Карта, почему? Яички! Ля-л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 я
Какого хрена? Это надо было включать, когда слов в Локарока играл. Яички, блин. Гаражный наш ям сейчас. Ура, Марио, ну что ты как прыгаешь? Я стараюсь, аккуратно. Пижама, что вы говорите, как еврей? Какой еврей? Я не умею, как я еврей говорить. Ты такие вы только я что говорили. Я даже картавить-то не умею. Такие вы только что говорили, как настоящий еврей. Я даже кайтавить не умею. Кайтавить? Ты что на японском заговорил? Кайтай там какой-то? Или по-китайски? Нет, это скорее китайский. Знаешь, у японцев тогда... Картавитут! Картавитут! Даже скорее по-тайски. Я не картавиту! Скорее по-тайски, потому что это у тайцев там. Тай-цай-зай. Моя тебе помогать? Почти все слова заканчиваются на какое-нибудь ай или ань. Не, вот я тут это по радио России на работе сидел, слушал, там какая-то передача шла, типа китайцы там что-то, у них там то ли какая-то неделя русского языка, что ли, то ли еще что-то того. Их вот в фильмах слышали же, как озвучивают китайцев-то там такой, там такой, ну как это там, как, блин. Писклявый голос такой, короче. Ну да, такой писклявый голос там, типа... Там сенсей на май, тот это так, ну там да. Такой тихий голос. Блин, они вправду так. Они вправду так говорят. Да, они вправду так говорят. Я думал, это неправда. Нет, ты думал, стереотипы на пустом месте возникают? Да. Я думал, это стереотип. А это и вправду они так говорят. Ну, да. Да ё-моё, меня зажали. Это как стереотип русский там, я не знаю, с медведем, балалайкой и гармошкой. Ну ведь были же на Северном полюсе. Балалайками и гармошкой. Ромарио, хочешь, открою тебе секрет? Ну? Готов перепрыгивать можно. Я знаю, но не удается. А зачем ты пытался развернуться в две машины? В две машины, это как? Я думал, что успею выстрелить, но нет. В смысле, развернуться и ехать в две машины? Ну, выстрелить я бы успел бы, но нет. Лучше бы ты успел перепрыгнуть кота, ладно, не важно. Окей. Короче, у меня очевидные проблемы с наушниками и проводами. Я всегда ломаю, я всегда то зацеплюсь, то провода ломаешь? Ты провода замораживаешь, а потом пополам так, да? Не, я сейчас это рукой махнул, зацепился, дернул за провод, и у меня перестал работать один наушник. Вот у Нади характерно погибло 4 пара наушников таким образом. Аналогично. Девлин, можно тебя спросить? Нет. Ты какими карате приемами махаешь руками? Я что-то не знаю, куда я, блин, махнул, провод потянул, да, и... А мышка бежала, хвостиком вильнула. Надя вообще эти наушники попали диким образом, провалились провод совершенно вырос. Она, у нее провод оказался под ногой, и она в этот момент встала. Мне так же было, с корнями вылетели из наушников. Я как-то уградовал одни наушники, что пошел играть в Chrono Trigger и забыл снять, и тупо порвал им провод.
Я говорю, Надя вообще сидела на стуле, с надетыми наушниками, у нее провод попал под ногу, а она в этот момент встала. Провода просто вылетели с корнями. Ну вот у меня то же самое было, когда я просто взял и пошел. Как ведь не крепкие у вас провода, как ведь не крепкие? И у меня тоже иногда наушники остаются в ушах. Я их обычно... Я обычно провода перегрызаю. Не, у меня... Нет, я не перегрызаю провода, но у меня у маленьких наушников характерно гибнут провода в это... Ну, то есть, начинает потихонечку сначала один наушник нестабильно работать, потом оба нестабильно работать, потом один вообще пропадает. Угу, ну вот у меня... Становится понятно, что их менять пора. Срок службы примерно, ну, в зависимости от качества наушников, от 3 до 6 месяцев. Они еще это как красиво-то, вы бы видели. Грей, от 6 до 1,5 года у меня где-то. Неплохо, у меня 1,5 года ни одни не прожили. Гай, с тех пор, как я перешел на вот эту гарнитурку блютузовскую, она у меня живет уже 4-й год. Нет, ты имеешь в виду домашнюю? Я домашняя, да. Я имею в виду уличные, которые маленькие капельки, которые... И я просто на улице тоже в них хожу, они не настолько большие. Они... понятно, у тебя не очень большая гарнитура. Это хорошо. Не знаю, все наушники, которые я пытался ремонтировать уже после того, блин, они ремонту не поддаются вообще. Не подлежат вообще. Там такие маленькие сами элементы, вот эти, динамики. Не, динамики-то они перепаиваются хорошо, а вот это самое, я имею в виду, когда провода начинаешь к ним подпаивать, все, это капец. Ну да. А если подпаяешь, то потом они все равно отломаются. Они очень хрупкие. Когда они с припоем уже. Ну, Ромарио, ну проходи уже. Я стараюсь, но просто бейсбол у меня... Как он? Не пройдёшь все силы. Не пройдёшь, диски обоссы. Я сейчас не в силах обоссывать диски. Я морально, физически подорван после того, как проходил 3DO. Понятно. Обоссать ты не можешь больше ничего. Да. Здоровый Ларион. Сам себя поссал. Привет, Ларион. Здравствуй, Ларри, здравствуй. Привет. Нас сегодня много в конфе. Да. При этом какофонии пока нет. Хорошо. Как ни странно. Да. А уже ночь. Какого хрена? Пора бы уже гнать. Нет, какофония, кстати, иногда вышла. Ты его не видел, что ли? Он абсолютно появился совершенно неожиданно, блин. Что? Я его видел вообще за 3 секунды до того, как поехал. Да, кстати, здесь же, в принципе-то, довольно хорошо котиков видно. То ли реакция страдает уже ночью, то ли еще чего. Ну это... А это проходимо. Ой, Ромарио, у тебя есть водительские права, господи. У тебя есть водительские права? Нету. Я же сказал, нету. Не получай. А я не хочу. Бедные коты. Не будет, кофе. Лас, у меня есть. Ну ты гоняешь нормально на этих гонках. Хотя постоянно врезаешься в стены, но... Это что, мусоровоз этот в основном? Я вот единственный хорошо управляю самолетами. Это ментовские машины. Это Пати Уэйна, вы чё? Это же Лондон, значит, Британия. Блин, вот сейчас это вообще будет. Что-то мистер Ломакс все заходит в сеть и выходит, заходит и выходит. Интернет плохо работает, а может перезагружается несколько раз. Ну это Ломакс. Вообще гона не может быть без стола Ломакса. Может. Не, на самом деле может, получался иногда, но когда как. Через раз, через два. Сейчас не придет. Да кто же его знает? Блин, где же еще? Вот он, вот один! Нет, смотри, ты еще есть. Я вот ищу. А, вот. Ищи. Ну вот же. А вот так всегда, не надо маленькие кусочки пропускать, надо полностью платформу закрывать. А когда тебя окружают, или кто-нибудь станет... Отошел и вернулся, чтобы не забыть потом. Не хочу я помогать тебе убирать квартиру. Я не могу, тут такая, тут так прям этот лампово, что приходится принуждать. Ты не можешь разрушить идиллию в день рождения Жара. Сегодня же день рождения Жара. Целого Жара. Как опасно. Которого уже давно нет на месте. Не, он сказал, что он ушел.
Он ушел. Он ушел. А, нет. Он ушел смотреть киноман с Нефёдовым. А, да. Попутно поедает тортик. Иларион! Ну так ты чё, третий раз в жизни, и чё с того, ничего хорошего в этом нет. А я вот недавно в Маке ел. Вот ты, ровно, ты ровно три раза в жизни поел напрасно. Молодец. Тоже неплохо иногда напрасно поесть. Да. Иногда так хочется напрасно поесть. Ну это, ну, у нас, короче, фастфуд переводится, переводится как fast regression, то есть почти поел. Ага. А тут. Очень правильно. Когда тут это с группой знакомых этих музыкантов ездил в Тверь на выступление к ним. Сходили с друзьями в этот самый, в Chicken House в Твери. Там. Очередь, блин, пиздец, какая большая. А до Макдака... Да, ну, ё-моё, нет, там еще Макдак есть, где-то в метрах 50 от этого Чикен Хауса. И мы с одним, с этим, с вокалистом пошли в Макдак, а эти, а остальная часть осталась в Чикен Хаусе. Мы уже в Макдаке, мы в Макдак пришли, и там никого. Нормально. Кассы пустые. Подошли, взяли там по пару гамбургеров или что-то. Я же говорю, никому Макдак нынче не нужен. Зашли, поели, возвращаемся, они еще только в очереди стоят. Они даже до кассы не дошли. Блин, я почему-то сейчас представил Илариона в виде Микки Мауса из Фантазии 2000. Фантазии 2000? Ну или просто фантазия, без разницы. Короче, когда Микки Маус... Блин, я вот спрайт сейчас не увидел кота. В плаще и шляпе? Да, будучи учеником Мерлина, произнес заклинание для оживления инструментов для уборки. Швабра, пляска швабра? Да. А пляска швабра, кстати говоря, в первой финалке была, мне нравилась. Прикольно было наблюдать. Kingdom Hearts. В финалке в первой. Да. Пещере Матое. Да, есть такое. Прикольно там было. Прикольно. А вообще первая финалка такая. Ну, так ее и делали как последний. Ну да. Вот ее на совесть сделали. Говорю, он правильно сделал, что пропустил. Седьмую на совесть сделали. Говорю, ты более чем правильно сделал, что пропустил, я полагаю. Я пришел, когда Лорд уже тыкал закончить это. Да, и я уже объяснял всем и каждому, вы не должны смотреть это. Вы ничего не пропустили и... И не надо вам это. И вовремя пришли. Да, давайте Лорду дадим ачивку, я видел некоторое дерьмо. Да, просто я видел некоторое дерьмо. Там это как, надо звуковой эффект создавать еще при этом, при получении очистки. Да, надо, кстати, вместо игры это уже, да, надо просто дерьмовую игру сделать. Со звуковым сопровождением, типа смывание унитаза или просто как кто-то высрал огромную кучу говна. Ну он не послушал. Это уже слишком. Это она или нет? Мне стало интересно, как звучит усирание большой. Не знаю, по-моему, она всегда бесшумно звучит. Кто? Большая игра в Chrono Trigger. Всегда по-разному. Это как повезет, это зависит от того, насколько часто ты посещал Макдональдс за последние несколько дней. Не часто. Я вот боюсь. Бывают такие игры. Че говоришь? Ну бывают такие шумные игры, бывают. Во-во, вот этот звук. На вот этот звук надо было ставить.
Этот звук как раз... классический звук получения. Получение ачивки на PlayStation 3. Это на PlayStation 3, а классический звук получения ачивки в играх это все-таки звук Xbox. Правильно? Да, это они придумали. Ну, ачивки, да, мы Microsoft придумали. Ладно. В PSN же вводили потом. В некоторые игры до сих пор так и не ввели. Пусть ты квадратик по-прежнему никак не закроешь. Ромарио, ты чё этот квадрат никак не закроешь? Ой. Да я все стараюсь как бы правильно всех объехать, да и не попасть. А чё всех объехать? Взял и проехал по квадратику, а то потом будешь его искать. Я не хочу рисковать, проще говоря. Я вот. Даже говорю, я в описании... А вдруг под колеса кто-нибудь попадёт? Я в описании к прохождению этой игры... Сантехник. Вот, бас кинул самое нужное. Да я тоже ассоциирую с этим. Я подписал... Да, как... трофейки, они очевидны, да. Я просто подписал видео это в описании, не смотрите это дерьмо. Ну что, нет, Дэн говорит, это просто это шедевр игровой индустрии, который ты не хочешь показывать остальным. А, я хочу себе бриллиант этот оставить. Так хотел оставить, что даже сам на него не смотрел. Во время прохождения. До такой степени все плохо. Ну я серьезно, я прям просто свернул игру, и я просто уже знал заранее, какие решения надо принимать для окончания игры. Тренил, значит. Тренил, значит. О боже. Ну ты ее уже видел, получается. Да, я поэтому и говорю, что... Даже так, Бас? А я не знал. О, жизнь твоя плохая. Так он. Чё за фигнями попадается через раз? А чё тебе, кстати, досталось? А, нет, там хорошие игры досталось. На Neo Geo? Yeah. Хорошие. Я уже все три поиграл. Из трёх игр на Neo Geo трудно жопу словить. Да ё-моё. Я две нормальные словил. Одну проблемную, ну вот... Я все хотел ее, думаю, пройти там файтинг вот один. Но там всего 8 этапов, то есть 8 боев надо победить. И допросить меня. А, самого себя тоже. Да, допросить меня Фолкнер. Но я не смог. Это агрессор в Dark Combat как раз? Да. На предыстории Кайл это что такое? Я очень легко осилил первый этап, а второй этап просто рвет. Просто рвет. Где? А кем ты играл? А я все не помню. Там же второй, ну там последовательность бойцов. Ачивмент, я видел некоторые дерьмо. Зависит от того персонажа, который ты играешь. Да, есть такой ачивмент. Да, в зависимости от персонажа, я пробовал всеми. Там больше не этап разрывает, а на некоторые версии могут жить. Мне вообще без разницы. Именно на втором этапе они просто ставят постоянно блок. Да, ну, удачи. Ты сам в блоке, стой. Пока-пока. Так я и стою в блоке, но они так хитро стоят, они прям стоят именно на расстоянии своего удара. И знаешь, вот только мне стоит перестать нажимать назад для блока, они тут же начинают делать комбо, просто в ту же секунду, там даже не секунду, там миллисекунду просто. Тебе по блоку стучат. Тебе надо там ждать, пока они тебе по блоку не стучат. Так я знаю. Потом тут же вот им в ответ они открывают. Совершенно верно, но еще одна проблема, я не знаю комбо. Опыта это хорошо, там, только, знаете, у нас мубы-то кончились. Там, да, там как бы нет комбо, там есть. Автоматическая серия приемов в основном там. Это спешл, а есть комбо конкретно, когда ты там дрючишь на руку или на ногу? Ну вот, да, ну... Берешь там пацанечка такого красного, школьника, да. И у него там просто на руку 4 удара. Да, ну я делал эти удары иногда, ну то есть они там легко выполняются, но... Ну чё-то как-то... Чё-то как-то... Чё там добивание есть? Да, видел я, кстати. Когда жизни мало, последний полоску просил не пить, я скоро помню. Угу. Ну, честно скажу... Нет. Нет. То есть, когда у меня есть определенно две игры, которые легко проходимы, у меня просто нет стимула даже тренить это. Это зачем тебе в третью игру? Да ё-моё. Зачем? Я думал, он... В две игры. Вот успеет приземлиться, я бы развернулся бы, но нет. Вот хуй тебе. Фолкнер, все просто. Две по фану, они мне понравились. Третья на добивание для понта. Все.
На понта можно и просто вторую добить, она сразу запишется. Да, я сразу две пройду. На одном стриме. Шутер хороший, кстати. Красивый тут. Второй же тебе. Аркадные шутеры, аркадные эти. Херня, вот аркадный айтем. Аркадный. А тут шмап, но он забавный. Он просто забавный. Что касается аркадного файтинга, там одна жопа. Вот то. Вот этот то... файтинг. Что делает аркадный файтинг? Я тебе скажу. Что делает аркадный файтинг жопой? Тот факт, что бой каждый раз начинаешь сначала. А нельзя закинуть монетку и восстановить. Это что было еще? Это полиция тебя настигла. Угу. Вот, У тебя хотя бы еще убивают нормально, а не как у меня, на NSX. Знаете, я, пожалуй, на заметку себе это. Советую ГЦ, если Фолтер говорит, что файтинг легкий, ну это может означать, так, что. Так не может быть, да. Да, что. Ты хочешь сказать, у Ломикса сложный файтинг был? Нет, у Ломикса не сложный файтинг. У Шара был сложный. Просто в тот факт, что если Фолтер говорит, что файтинг легкий, это еще ни хера не значит. Да, это как если Данте говорит, что игра прелестная и шедевральная, это не значит, что она шедевральная. Да, понимаешь, вот из той же области. Я вот, может, скажу, что первая вся Байонета очень легкая, она и правда очень легкая, а может для кого-то это рожопу рвет. Зря, наверное, пост ВКонтакте кинул. Майкл Таймс Машин легкая игра. Что ВКонтакте, да, ВКонтакте. Но она не смог пройти. Это же я. А чем отличаются игры Директор Скут от обычной? Зависит от игры. Да. Да, строго цензура нет. Зависит от игры. Ну, например, Deus Ex Human Revolution Директор Скут. А, тогда ничем. Или Ведьмак. Или что? Ведьмак, интересно. Тогда ничем. Представляют что-то, что в первоначальном релизе было выиграно. Да. Но я тебе точно говорю, что в Deus Ex ничего нового нет. Ну, да, просто в Deus Ex, который пикашный, да? Ты же про пикашный говоришь? Ну да. Ну вот. Там чуть-чуть подкрутили микрофон, DLC-шку вшили прям в основной сюжет, а не надо ее запускать отдельному. А. И... Причем при этом это Darius Cut, это порт более продвинутой версии с Wii U. Ну растем же. Ну вот, кстати, да, вот тут. Часто все DLC-шки, все прочее вшивают в такие издания. Gold Edition и Director's Cut. Нет, да? Просто у этого, у Deus Ex, вот этого Human Revolution было всего одно DLC, The Missing Link. И оно запускалось отдельным XS-шником. Да. Да, да, это я помню. Прям сюжет. Я всегда... Это где он попадает на корабль, где надо доплыть до какого-то этого места назначения. При этом я никогда не считал DLC сюжетным, поскольку оно настолько прям вырывается из сюжета. Ну да, оно отличается очень сильно от сюжета. Просто проблема в том, что, ну ладно, даже если бы он там был, а куда раны? Раны... Да, чё? Мне происходит? Ты чё? Да меня отвлекли. А, раны и ушибы куда исчезли? И почему об этом нет никакого полицейского отчёта? Короче, вот прям это DLC, оно прям вот так и напрашивается, так, чтобы его пнули. Призываю Дэна, чтобы он пинал это DLC сюжетно. Я его даже не прошёл. Я тоже даже не стал проходить. Нет, у меня в стиме есть Human Revolution, не Direct Cut-овский, обычный. Его я прошел, а вот это DLC даже не запускал. Вот. Вот и я о том же. Нет, я запускал, я играл. Но я Еще я купил этот. Ну я купил этот, как его. Eidos антология, короче, там еще Deus Ex The Fall есть. Ты все купил Eidos антологию? Ну да, там. Когда распродажа была, Square сейчас идет. Она и сейчас идет. Ну что я тебе могу сказать, чувак? Поиграй в Микрон. Нет. Она есть. Ты купил весь пак? Ну, не весь пак, я купил антологию только. Ну, там весь пак. А, ты Deus Ex купил.
Нет, я купил Eidos антологию. Фу, значит должен быть Омикрон. А там только эти самые, как его... Я не знаю, а нахрена сюда Носгот включили, интересно. Вы этот факт. Да, я посмотрю. Я на... Что вообще в этот факт? Достался. Да. Не, нету здесь Омикрон. А, вот Eidos Park. Ты мне гонишь. Blood Omen, Legacy of Kain, Battle Station, Hitman Just Cause 1-2. И правда нет. Kain и Lynch, Lara Croft, Legacy of Kain, Thief давно. Кроме первого. Thief и старые только самые нормальные, я там думаю, там. Он милый. Ну, мне больше всего третий нравится, ну да ладно. Ну, ты, наверное, новый имел это говно. Ага. Том Райдеры. И вообще, пижама, если тебе на досе выпадет Том Райдер, можешь прям с Тимуски играть. В принципе, да, какая разница. Ну да, наверное, получается. Сейчас сразу пижама. Я уже купил. А ты уже на досе, ты куда собрался? Тебе уже откатываться нельзя с такой статистикой. Тебе только на PS1 выпадет. Он у меня и на PS1. Или на Сатурне. Какие тут Tomb Raider-то? Нет, на PS1 надо играть PS1 версию. Я говорю, у меня Tomb Raider первый на PS1, есть и в Steam. А, это другое дело. Нет. Первый Tomb Raider. А захват PS1 у тебя есть? У меня PS1 нет. Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider 4, Last Revenant. И даже на третий. Revenant. И на третий даже, да. Tomb Raider 5, Chronicles, Tomb Raider 6, The Angel Darkness. Tomb Raider... И плюс 1939 мультиплеер пак мэш мап. Мультиплеер мэп пак, ё-моё. Че я? А, да, есть же еще Tomb Raider Anniversary, который... Есть. Который ремейк первой части на движке тех самых, которые 8 лет. Астуй Слайдер С. Вот. Мы тебе первый раз, кстати, видим, ты никогда ничего не писал. Вас спрашивают, кто играл в Резик 1 HD. Я взял Бас его. Бас, а ты играл? Часть. А ты в него играл? Нет. Бас. Ты на кубике в него играл? Представляешь, это что это такое? Ну, у него железо-то неплохое на кубике-то вроде. Да он не об этом спрашивает. До нас слайдер добрался. Я вижу, только я не знаю. Привет, что? Да? А, ясно. Всегда перед сном смотрят. Мы так сильно убаюкиваем. Да, видимо, он такой. Боевки, боевки. Так мне сейчас спать нельзя, я же за рулем. Пузырики пускает. Да. Кстати, с самого дня рождения у ГЦ все еще не было ни одного вечера, когда не было стрима. Бывает, чё. Голд. А она пойдёт на лайк? Интересно. Фига себе. Это чё, это тип я звезда? Ну ты типа админ. Возрадуйся, блин. Стар, блин. Я стар, я очень стар. Я супер стар. Видать, ты его кумир. Ну, может быть. Скоро автографы будет бегать, спрашивай. Тоже ли я все-таки стал знаменитым к 30 годам, как когда-то планировал. Че, Ромеро, ты слился, что ли? Да не-не-не, меня опять отвлекают. Что-то типа спать пора. Не-не-не, двери не закрывать. Как там было? Весь день в свои игры играешь, да, Бабс? Нам спать не даешь. Распишусь есть на стене. Самые еще нормальные такие игрушки в этом паке, это Legacy of Kain. 25 тысяч. Не, Бас, я не корыстный. Что значит ты не корыстный? Я до денег не жад. Слайдер, тот, который матерится, его сейчас нет, это мистер Ломакс. Нет. Чего уже лорд Ромарио пролез, да? Который матерится, да, это который Ирипух, это который Дэн или который Ломикс? Да, кто из них? Наверное, который Сайлен. А сейчас он появился неожиданно. По-любому. Не Сайлен, в смысле, это Сейзер. Настолько Сейзера так матерится, что можно сказать только тот, который... Да, тот, который матерится.
которым... Не-не-не, ну... Спасибо. У нас активно матерящих всегда три человека, да. Это кто? Ломикс? Ну, Ломикс, да? Ты? И еще кто? Я помню! Кто матерится? Ломикс, Сейзер, да? Все. Ух, как! Остальные материалы... Отлично. Культура. Ага. Ну, наконец-то, четвертый уровень пройден. Осталось два. Культурно ругается. Культурно, но матом. Но матом. Но культурно. Но матом. Опа. У него самый культурный мат. Индия. О, Тадж Махал. Калькутта. Нет, не Калькутта. Это Тадж Махал. Ага. Опа. А это что за противники? Значит, белые метры? Значит, это не Калькутта. Чё, эвакуаторы? А? Эвакуаторы, Громарио, эвакуаторы, видишь? Ну да, в Индии настолько такая страна экономически... Вроде и нормально у них, это вроде и все машины раздоблены, вот и эвакуаторы ездят. Там страна сама по себе, может, и нормальная, там население чудовищно бедное. Да. Да. Что-то наподобие. Но ведь живут же. Живут. Ну блин, в Африке тоже живут. Он еще гонки играл. Блин, гонки у нас кто только не играл. Скорее всего, Ломикс. Гонки которые? Это которые вид сверху по холмикам? Вот. Да. Дайте мне жизнь. Если ловить, можно было бы сказать, что он патологоанатом. А шарик это жизнь? Да... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Возьми шарик. Разобрались с резидентами. Это не жизни. Нет, еще не разобрались. Я хотел сказать, что типа там поменяли некоторые квесты вроде. Где? В первом раз. В оригинальный нет, я не играл. Что ты туда несешь, блять? Что ты его купил? Как рок-н-ролл гонки, да? Есть. Ну я шел. Я первую часть смотрел. Или не ломит. Понял. Рок-н-ролл гонки, что-то не помню. Ну как рок-н-ролл рейсинг, видимо. Ну это же. Это вот, поход тела Айвон Айрон Мэн что-то там, где-то там. Последний уровень. Ой, подожди, это... Ты веришь, что это Япония? Да, может, это так. Япония, там будет Фудзи. Ну Фудзи у нас есть. Чё у вас вчера было? Да, блин. Ой, ёлк. А чё, а чё вчера было? Да. А, рейсинг. А, этот рейсинг? Ну. Этот рейсинг, слову. Я играл. А мне помню, а слово не. Лор, зачем ты мне сказал, что это был последний уровень? Чтобы ты обосрался. А, не важно. На самом деле не для этого. The third birthday, Twisted Edition. Для PSP. В общем, слайдер разберешься. Кто это? Ну, в общем. Все равно все здесь бывают регулярно. Один черт. А гонки у нас, да, много кто играл, и типа Rock'n'Roll Racing, я могу предположить, что это и Dance Overdrive, но это и ломит с этим Ivan Iron Man что-то там, где-то там хрень. Не знаю. Супер Off-Road Challenge или как-то так. Кстати, да, Грей, когда качал твой дросбокс, там есть Overdrive. Зачем ты его ставил? Я его ставил, я его тестил. Потому что Дэна на его дозбоксе не запускался, я его ставил, потом кинул Дэну этот весь целиком дозбокс вместе с ним, потому что он не заработал. Промекал. Вы шипкарный, я вас люблю. Эй, господа, читайте книги. Куда ошиблись? Боевой Микки, ё-моё. Да это же Микки из Kingdom Hearts. Почему, кстати, он одет в... одежды. Потому что ты не играл в компанию за Рику. Это да. Собственно, во второй части он вот такой вот и был. Да я в курсе, что во второй части. Одет он таким образом, потому что они с Рику, потому что Инди сдал эти одежды, потому что они с Рику у них оделись, чтобы их организация не преследовала. Или не могла их это, не могла их учуять. И логично было. Я даже об этом сейчас думал и понимал это. Ну зачем я задал такой тупой вопрос? Потому что вот эти плащи, они же скрывают от тьмы. Там Денви спрашивает, кто знает, что за фигня, почему он не может перематывать вчерашний видос по рестарту. А у тебя время тоже 0-0 показывает?
Ты не можешь, Дэн, ты не можешь перематывать где его? У себя или, или уже ты его уже забил куда-то? Что мало верно. Да, кстати, знаешь, сколько времени-то? Дэн, это значит, что у тебя твой стрим пробился. Да. А, час 15. Так, у меня третья часть Зеролинга. Могу посоветовать тебе его перекодить каким-нибудь способом, чтобы хоть что-то с него сохранить. Или залить на YouTube. YouTube его не станет принимать. А? YouTube не станет принимать его. Значит, реинкодить. А еще лучше. Давай-ка я проще сделаю, давай-ка я его сейчас с Твича заберу просто. Слеплю и запущу в YouTube сразу. По-моему, так просто проще будет. Четвертый, почему он прорывом был там, типа. Жару никто так и не сказал, спасибо, что он на этот раз все-таки записывал стрим. Грей. Да. Че вчера на рестаре-то было, че я пропустил? На рестаре? А, в этот, как его. Очень бухой скиллос очень круто наезжал. Да просто жирный троллинг, я же говорю. Просто жирный троллинг, да. Вот. Бас на него он сегодня пожаловался в итоге. Молодец. Нет, я, очень... я прочитал там сообщение Ломикса, что типа все было, я так и не понял, что. Сообщение Ломикса? Подожди. Ломикс с ним это как его? Ломикс с ним перепирался больше всех. Че, с кем? Кого? Куда? Со Скиллозом. Вчера же Скиллоз неадекватный был совсем. А-а-а. Вот. За нарушение правил СК2 он может смело получить баню сегодня. А может и не получить, зависит от админа. А-а-а. Может быть, Скиллоз сам админ? Нет, не думаю. Это... Истина где-то рядом. Всегда рядом. Истина где-то там. Спасибо. Так тоже. Давай, если надо вопрос, какая игра тебе нравится больше? Это или бейсбол? Это. Кто б сомневался. Но она проще, но бейсбол хорош. Он лучше бейсбол в своей концепции. Ой, но как в спине, да, эта игра непонятно о чем и непонятно зачем. Ну как же, City Connection, он соединяет города. А, вот. Чем ты чаще поворачиваешься, тем больше вылазят эти долбанные колья. Ты вставил такие картинку оформления? Круто. Вот я сегодня вижу, я вот сейчас вижу. На записи там прям титульная картинка, прям вот эта. Да, я... А, зашибись. А ты думал, я вчера просто так сидел, что ли? Да, я не знаю. Мало ли. Нет, у меня просто так не бывает. Мало ли? Чё? Нет, даже не так. Не то, что я там просто сидел. А я человека, блин, пришлось напрягать. Так я вроде не сильно напрягся-то. Ну, знаешь ли. Времени много не заняло. Усилий, в общем-то, тоже. О, и полосочки, я так понимаю, альтом окропил. Не помню, что я сделал с ними. Ну, просто удобнее всего было бы альтом кропить. Ну, в общем, я это их заранее все заготовил, просто буду кликать. Ну, я понял, ты их заранее заготовил через это, но только через общий источник. Да, конечно. Вот, потому что если не через общий, то это будет считаться, что он подгружает 22 картинки. Да, там 22 общих источника, все уже загружены, все уже включены. Да. Просто я буду включать его. Вот ты можешь в конце его видеть, этот пример. Да, ты просто же, знаешь, я представляю, ты знаешь, как бы между делом, у меня все было сделано точно так же. У меня тоже было 22 источника, которые это. Чего? Вы ничего странного не заметили во время моей смерти? Я даже не смотрел. Сердечки заглючили, чё? Нет, меня два раза ударили. Не, слайдер, непосредственно обзоров у нас никто не делает. Ну да. Не, ну как не делаем? Нет, у нас Ломикс делает рестлинг, это круто. У нас Ломикс делает рестлинг, а так мы в ходе прохождения каких-то игр периодически перемалываем кости Final Fantasy, обсуждаем Ultima, вспоминаем South Park. Так и из более-менее стандартных. Да, что это на Ромарио до сих пор не спит?
Я хочу игру затащить. Ромарио попал. С концами. Все, теперь это конца. Я засосала опасная трясина. Рестлинг, где слайдер у нас в это как его. У нас в группе ВКонтакте есть это. Есть который этот, да, это который матерится. Есть ссылка на его. На его группу, то она у нас дружественная группа с нами. Вот. Так называется Wrestling с мистером Лоннексом. Посмотри, получи удовольствие. Прикольная озвучка, так сказать. Прикольная. Ага, да. Я сегодня заходил к нему в группу. Что на тебя, Сережа? Что? Но что-то в последнее время новых не появляется. Да, а мне его и здесь хватает. Я отлично понимаю, что должно быть там. Там весь. Я понимаю. Грей, я так понял, ты что, решил видео посмотреть это? Какое? Сантехник. Блин, да что ж такое сделать? Пиши это такое. Кто раньше? Штели. Леонида. Мы не говорили, что стрим до 11, мы говорили, что бейсбол до 11. До 12. Боже мой. Это что за говно? Ты тут смотришь то, что я это... Это же Майнкрафт. А, ты про что вообще? Да тут он, ссылочка прислал человек. Илларион. Илларион? Ты... Это же Майнкрафт. Ой. Это же говно. Ой-ой-ой. А, самое начало тебя сейчас толкают. Это же барахло. Варп-бонус. Ой, какая прелесть. Ага. Ого! Это что, на новый уровень сразу? Вот это поворот. Да. А, действительно. Next level. Ну, подожди, стой, у тебя ты где был? Ты в замке был? Да. О! Значит, не просто на следующий уровень, а через уровень. Пропустив еще самое. Сюда. Зашибись. Варп бонус. Да ё-моё, уж и не важно. Варп. Нога мовер, да? Да. А как так? Как ты варп получил? Я собирал шарики. А-а-а, вот как, понятно. Я как понял, ты за три шарика дадут варп. Сунну. Так чё, будем собирать, ё-моё. Мне казалось, у кого тоже были такие бунки. Вот. Платформочка. Вон шарик собирай. Шарик собирай, говорю. Нечто похожее. Ай, у меня задержка большая. Марио такой, о, Дэнвис. Там надо было не кубики, не квадратики заполнять, а машинки собирать. Нам пришел фанат. Ой, я не знаю, может быть, мне закруглиться на сегодня. Значит, меня знает. Да, наверное. Давай, последняя попытка. Last try. Давай. Мне уже самого нет сил. Одежда. Здрасте. Давай, на каждом уровне по три шарика. И правда, все знают. Если это не дам, сейчас микрофон буду выключать и все, так что не переживай, мата не будет. Шарик, как правило, медленно летает, так что я его не упущу, в принципе. Он же рядом был, а ты его не взял. И не давай матерись, так интересно. Нет уж. Ты просто матерись неинтересно, пломись. Да, да. Я такой быдло, которое бля-бля, иди нахуй и все. Вот ты даже сам это осознаешь. Я знаю. Сейзер, где же ты так научился? В какую компанию ты попал? Ну, вообще-то у нас город такой весь. Вот не надо, где ты живешь? И правда, у меня скайп упал. Саратская область, город Энгельс. Сам Энгельс тут был. Ты видишь, какое красивое название, вряд ли там прям... Ну, красивое название, на самом деле. Ну, особо-то у нас город-то не такой прям уж... Прям не такой уж прям... стрёмный и там развалины. Нео живет сейчас более-менее чистый такой город. Но все равно сейчас такие гопники. Ну, вот ты и так удобляешься, наверное. Ну, я пытаюсь. Кстати, получается. А, я тебе скажу, что у тебя голос красивый. Все? Ну, тебе слайдер написал, что у тебя голос красивый. Спасибо. Никогда не думал об этом. Голос мило. А, да, конечно. Может, он кому-то другому написал? Да. Мой картавый голос очень трудный. Голос не может быть картавым. Да, голос не может быть. Речь может быть картавой. Ну, у меня иногда бывает.
так же как не имеет... У меня тоже что дальше? Слово так же как не может быть имеет место быть. Ну нет. Я имел в виду в этом... На улице, а не в магазине. Я уже рассказывал, по-моему, как-то анекдот про то, как на заводе запретили ругаться матом, и производительность труда упала в четверо. Да-да-да. Мне теперь нужно вспомнить, как стажера зовут, как деталь называется, почему он мне ее принести должен. Дэн, почему это точно не ты? Как у меня напарник рассказывал, с прошлой работы ушел, там на той работе, типа, ввели, хотели это, как его там, ну, чисто символическое для своих, ввести штрафы для тех, кто матом ругается. Типа, если там один... Если слово? Ну да, да, и один приехал с командировки и пошел рассказывать другим, как он, типа, там, что в командировке было, так он подумал, сказал, не, нафиг эти долбанные штрафы. Так, где еще? А, вот он, вот они где. Хотя он был рьяным таким этим самым. Не, шарик надо взять, да. Шарик взять. Штрафы. Я знаю, Денис был таким мальчиком в школе, который дергал за косички, ты мне это понимаешь. Да, замечательно. Угу. А у тебя есть косички? Иногда бывает. Вот. Причем, когда у него интересовались, как это, чтобы обидеть или потому что нравится, он многозначительно молчал. По принципу, а вы догадаетесь. И все думали, вот, нравится, а он чтобы обидеть. Дэн говорит, я был тем, кто спал на последний. И это тоже. А Дэн другому не мешает. Прям во сне дергает. Ну, у нас такой мальчик был в школе. Если не прыгиваешь, они потом не вырастут. Париж, нет, Париж. Да Париж, это Париж. Это странно. Нормально. Вон арка, да. Надь, как, и мы уже говорили о том, что как раз триумфальная арка это не показатель ни разу. Ну, она везде была, вот, да. Она везде, она в Москве есть. Ну, это же не Москва. Хотя, чем не Кутузовский проспект, не знаю. Вот там видел шарик. А, упустил его, блин. Шарик, он исчезает, когда уходит из виду. Да, нехорошо получил. Это игра про Аку. Это игра... А, про Аку, я понял. Да, это, наверное, это игра про Аку, похоже. Почему не про Аку? Какая-то потеряется лукишка. Потому что их как раз нужно закрасить. Все, что ли? Да. В этом суть. Блин, не получилось маневрировать. А Сейзер-то будет стримить или? Как ты прицельно... Я хочу, но тут такая идиллия, что... Он хочет, но Ромарио настолько крепко засел, что его сдвинуть трудно и нежелательно. Укусить может. Ну, кстати, Ромарио уже вернулся к старейшине. Да, все. Отплыл. А он об этом знает? Не знаю. Вообще-то... Тоже был. Ромарио, ты вообще в курсе? Что я старейшина? Что тебе звание вернули, да. Что ты отбыл эпитемию. Что его вернули? Ой, рано ты варп взял. Ой, рано. А? Что ты сделал, черт возьми? Да нормально все. Сахарак, не уровень. А, нет, слушай, все равно на последний уровень. Посмотри, свеча посмотрит. Все равно сразу на последний уровень. С котом. Что с замка, что с Парижа. Тогда не наоборот, хорошо, правильно. Да. Бас, я, собственно говоря, я несколько раз пытался на эту тему заговорить и объяснить ситуацию, да, что у нас вообще-то сложилась ситуация, когда у нас 6 старейшин. Это неправильно, потому что 6 это четное число. Может ничья? Да, у нас может... У нас решение радикальных вопросов может затянуться.
Вообще, я хотел быть вовсе не старейшим, но я таким, не знаю, всадником УГЦ, что ли. У нас нету побочных титулов. У нас вообще титулов пока нет. У нас есть только пассажиры. Участники. Пассажиры, участники и старейшины, которые тоже участники. Я как понял, уже снова вернулся старейшины. Вернулся, да. Ну правильно, нет, ну ты правильно, на 3 месяца у тебя наказание было, 3 месяца прошло. Не знаю. Очень интересно. Может, И ветераны. Ветераны. Но ветераны имеют слово, но не имеют действия. А, я понял, за какое наказание. У нас все ветераны старейшие. Ветераны, так, в смысле, закончившие, у нас все ветераны старейшие. Грей, знаешь как? А еще у нас есть жар. Еще у нас есть жар, да. Да. Я буду морксить. Ура, Марио, шарик не упусти, ну. Да мне сейчас все равно на шарике. Я кем буду? Да, тот, который видюху я скинул на 15 минут, он, да, шарики брал и все, и таким образом он на последний уровень и концовку взял. Логично. Логично. Действительно, смотрите-ка. Да, блин, очень вовремя ты, котяра, стал на пути. Блин, не хочу тебя сбивать. Звучит как одолжение. Я так понимаю, шарики тебе больше и не нужны, потому что ты и так на последнем уровне. Ну, я и говорю, зачем мне шарики? А вдруг? Ну. Правильно, котов надо на последнем собирать. Да ё-моё, машина. Ну ничего, у меня запасная жизнь есть. Ну это хорошо, что донес. Одна целая была. Последний. У тебя 22 банки, ты можешь расстреливать только так. Спайдер, может быть и может... Опять три, у нас реконнект. Да ладно, всё, хорошо. Во, ну неужели? Да, это Япония. Всё, прошёл. Да. Наконец-то. Всё. Сиськи! Ты кейснес. Я по классике. Еее, все, уровни повторяются. Ну чё? Поздравляю. Сиськи в конце. Да, уровни повторяются, значит все. Ты КСНС. Там концовка, кстати, есть, там бабка какая-то что-то. А, нет, она предлагается сейчас открыть, все. Не, вам по второму кругу, потом по третьему кругу, потом по пятому кругу. Так, мы прошли City Connection. Круто. И СНС выбираем. Ну, с богом. Ой, Франтик Фле. Подожди, я выбор сначала, Серёж, пусти. Что такое Франтик Фли? Франтик Фли! Звучит как рыбалка. Звучит как игра про блоху. Сейчас посмотрим. Это игра про блоху. Фли, наверное, лучше всех здесь английский знает. Да, Фли — это блоха. А, та самая игра, которую Женя стримил. Точно. Это же? Да. Какая? Ну ладно. Которую мне ему попалась в куче с этим, который ты на игру не хотел, мог бы пройти, но не хотел играть. Там где игрушки и что-то еще, или я не помню. Нет, игрушки — это Toys у него было. Ну я и говорю, эта игра попадалась у Жени. Ну ладно. Женя, где у нас Женя? Думаешь, нету его? Не, имею в виду сюда. Да. Ну ладно, ну что же, начало неплохое. Эликсир Чалич. Ничего, а Спектр мы еще впереди. Да, действительно. Ну все, самое тяжелое все только впереди. Действительно попадалось в одном комплекте с Фантомом. А, это игра про этих, про таракашек или там. Ну да. Угу. Так что. Ромарио. Да. Спектрум, DOS, MSX, Commodore 64, Amiga. Даже не думай. Ну ладно, готовься. Поживем, увидим, как говорится. Ну, я тогда на сегодня прощаюсь. Мне все, что остается, это просто пойти прилечь и отдохнуть. Давай. Удачи. Хороший сон. Угу. Всем до скорого и спокойной ночи. Спокойной ночи. Здорово и пока.